В июле прошлого года к Вениамину Кондратьеву обратилась жительница Геленджика Галина Камзюк. Она рассказала, что неподалеку от города, в селе Кабардинка, требуется закончить капитальный ремонт местного дома культуры. До этого там уже реконструировали зрительный зал, но состояние коридоров и кабинетов оставляло желать лучшего. Коллективы творческие на достойном, достаточно хорошем уровне там воспитываются, поднимаются, значит. Ну, вот есть такая проблема, знаете, зал там хорошо, заходишь в фойе, как бы не очень. Мы хотели вот попросить вас помочь вот с этим вот делом. Я, знаете, вас здесь максимально не то, что понимаю, я сам сельский житель, и реально помню свое детство, свою юность, по крайней мере, даже когда учился в университете, что клуб, он был центром, когда мы собирались, не было сотовых телефонов, не было чего-то, но была программа в клубе, были вечерние мероприятия, и сегодня эти мероприятия должны быть. Поэтому я здесь максимально поддерживаю вас. Клуб должен быть таким, куда хотелось бы все время приходить. И это моя принципиальная позиция, что клубы должны быть. И должны быть комфортными, а должны быть уютными, удобными, должны быть современными. Потому что, понятно, молодежь современная, в частности, они сейчас больше говорю, они должны приходить в клуб и ощущать, что они находятся сегодня в современных условиях. По поручению губернатора ремонтные работы в ДК начались уже через месяц. На реконструкцию из местного и краевого бюджетов было выделено около 4 миллионов рублей. В здании заменили пол, старые двери и окна. На первом этаже открыли кабинет для занятия вокалом. Место нашлось и для костюмерной. Появилась большая костюмерная. У нас было пустое помещение под крышей в виде кладовки. И теперь у нас там большая костюмерная, где все наши костюмы, реквизит в полном порядке, отопление. Мы очень рады, потому что у нас чисто, красиво и аккуратно. А в Славянске на Кубани на территории 16-й школы возвели многофункциональную спортивно-игровую площадку. До этого играть в футбол или волейбол детям приходилось на пустыре. Игровую зону возвели по государственной программе Краснодарского края развития физической культуры и спорта. Всего за последние 3 года в крае открылось 43 подобные площадки. Планируется создание еще 10, чтобы молодежь могла заниматься спортом в комфортных условиях.